Всем привет! Давайте посмотрим мои небольшие покупки в магазине «Подружка». Все, что вы увидите, это все на общую сумму всего лишь 700 рублей. И потому, что это все куплено по каким-то акциям, скидкам. В общем, все супер-супер выгодно. Давайте начнем вот с такого геля антибактериального для ухода за кожей рук от бренда LPK. LPK, этот бренд представлен только в «Подружке», и, по-моему, он изготавливается специально по заказу магазина «Подружка». Да, изготовлено по заказу «Табертрейд». «Табертрейд» – это ООО, которое владеет магазином «Подружка». Изготовители. Раньше эта продукция LPK приезжала к нам из Китая, а теперь смотрю, все под этим брендом делается в России, но как бы в разных городах, разных областях. Я выбрала себе гель-санитайзер «Клубника и банан». 60 мл, он обошелся мне в 69 рублей. Я его уже понюхала, банана здесь не чувствую, чувствую такую пьяненькую клубнику. Клубника со спиртом, не знаю, какая-то клубничный ликер какой-то, в общем, что-то такое, клубника на спирту. Ну, в принципе, все вот эти санитайзеры от LPK, да, они спиртиком, естественно, отдают, но мне нравятся, они неплохие по качеству. Такая вытянутая бутылочка удобно влезает мне в рюкзак, в общем, покупаю постоянно. Переходим к более интересным покупкам. Вот такая малышка. Это от бренда Essence. Давайте сфокусируем, чтобы было лучше видно. Это сыворотка для губ. Стоила она 159 рублей. По-моему, эту коллекцию сейчас выводят из продажи, потому что от Essence уже представлена новая коллекция. Здесь довольно много, 10 мл. И я уже начала эту сыворотку использовать. Давайте я вам сейчас покажу, как она выглядит. Здесь вот такая как бы кисточка небольшая, прям кисточка-малышка. И ну, давайте я на руку, наверное, нанесу. Куда, собственно, еще? При нанесении на губы вы ее практически не ощущаете. Она очень нежная, она такая, знаете, прям очень приятная. На руке ее сейчас вообще не видно, а на губах она выглядит, как будто вы нанесли прозрачный блеск для губ. В общем, что-то такое. Можно использовать, да, и в макияже, если вы любите прозрачные блески, но я использую как ночной уход. Здесь 10% персикового масла и куча других полезных, приятных ингредиентов. В общем, я наношу на ночь, она просто обволакивает губы, при этом, повторюсь, вы ее как бы и не ощущаете, будто бы ничего и нет. Утром встаете, кожа губ такая мягкая, приятная, нет желания, как у меня это часто бывает, знаете, побежать и сразу схватить какой-нибудь бальзам. В общем, я очень довольна, классная вещь, вот так на ночь я ее использовать и буду. Еще один продукт для губ. Заинтересовал меня вот такой карандаш. Это помада-карандаш, линейка называется My Everyday Lipstick. Это у нас от бренда Belle. Я купила помаду-карандаш в оттенке 04, и, наверное, сейчас тоже все эти оттенки выводят, потому что все оттенки были по акции по 99 рублей. Чаще такие карандаши продают именно матовые стойкие помады. Нет, это у нас увлажняющая, я бы сказала, кремовая даже такая жирненькая помада. Оттенок я себе выбрала 04, и это такой прямо нюд, нюдович. Давайте нанесем на другую руку, а то здесь у меня уже бальзам от Essence. Вот, смотрите, ну вот такой прям самый обычный, самый типичный нюд. У меня сейчас нет ни одной нюдовой помады, да и в принципе у меня помад немного, я как-то больше сейчас блесками пользуюсь, но такая нюдовая помада мне нужна, знаете, когда не знаешь, чем воспользоваться, или нужен такой прям совсем спокойный, легкий макияж, вот, пожалуйста, неплохой вариант, и я рада, что она такая кремовая, даже немного жирненькая, потому что чаще такие оттенки продают именно в матовых, да, помадах, а я матовые вообще не использую, они мне сушат сильно губы и все морщинки на губах подчеркивают. Ну, в общем, оттенок мне понравился. Так, еще одна косметическая покупка, но вот ее я вам сейчас не распакую и не покажу, потому что я купила в запас. Это черная тушь для ресниц от польского бренда Lovely. Кстати, помада от Belle, она тоже в Польше сделана. Я ранее покупала тушь
Вот, лавли, но не такую, а другую. Ну, вот той, другой нет сейчас нигде в наличии, к сожалению. Она мне очень понравилась. Я думаю, ну, возьму на пробу другую. Это у нас называется Curling Pump Up Mascara. Henna Effect. Тон черный. Вот, полное название. Надеюсь, что будет прям такая ультра-черная тушь для ресниц. Она нам обещает подкручивание. Мне это нужно. У меня ресницы достаточно прямые. Я знаю, что здесь будет силиконовая, в общем-то, стандартная обычная щеточка. Больше ничего пока о ней сказать не могу, но когда-нибудь в ближайшее, наверное, время возьму в использование, тогда смогу оставить отзыв. Почему купила? Потому что сейчас на нее была хорошая цена по акции, всего лишь 179 рублей. Прям очень выгодно. Так она, по-моему, чуть ли не в два раза дороже стоит. И что меня еще привлекло, как я уже сказала, бренд LPK производится исключительно для подружки, и у этого бренда появилось мыло, новое мыло, новинки, таких кусочков раньше не было, с розой, с авокадо и вот такой еще с манго, с экстрактом манго. Вот кусочек, наверное, с манго мы с вами распакуем. Через упаковку чувствуются ароматы. Приятный и нежный, здесь нежная роза, здесь действительно такой зеленовато-травянистый авокадо. А вот здесь, знаете, какой-то аромат такой немного невнятный, поэтому мы с вами откроем и уже более близко с этим кусочком познакомимся. Что по деньгам? Была акция при покупке продукции LPK, вы покупаете три товара, платите за два, один идет в подарок. Поэтому мыло с экстрактом манго мне обошлось бесплатно, с розой 99 рублей и с авокадо 89 рублей. Вот давайте вот этот бесплатный кусочек мы сейчас с вами откроем. Тем более, повторюсь, как-то он пахнет так, знаете, вот немного невнятно, не очень вообще понятно, что будет за аромат. Остальные кусочки пахнут более ярко. Так, упакован прям хорошо. Ой, он такого, знаете, прям яркого, позитивного цвета. Сейчас я его выковырю. Видите, вытаскивается сложно, потому что здесь не просто бумажная обертка, здесь как бы картон еще. Вот смотрите, какой красивый. Желтенький такой, прям весенний-летний. Так, по аромату. Ну вот сейчас, да, я чувствую такое приятное мыльное манго. Да, манго чувствуется, и мыльная основа сама очень приятная и нежная. Кусочек, кстати, такой прям гладкий-гладкий, прям, смотрите, прям отшлифованный. Вот этот кусочек я возьму в использование первым, а потом уже познакомлюсь с остальными. В общем, мыло, по первому впечатлению прям очень приятное. И одна покупка у меня затесалась из магазина «Улыбка радуги». Я в подружке чаще всего бываю в ближайшей, она находится в торговом центре. И прямо рядом в соседнем павильончике открылась «Улыбка радуги». Представляете, вот теперь два любимых магазина рядом. Что еще надо для счастья? Зашла просто глянуть, что есть, что нового. В принципе, мне ничего особо не надо было, тем более я забрала уже свой заказ в подружке. И тут увидела, что на мою любимую полироль для мебели от российского бренда «Клогер» хорошая цена. Так она стоит, по-моему, 180 рублей, но по карте до 17 мая цена всего лишь 125. И хотя у меня сейчас такая в использовании, но уже полироль заканчивается, осталось, наверное, не знаю, там 1/6 бутылки, поэтому я думаю, надо взять в запас. Действительно удаляет хорошо пыль загрязнения, защищает поверхность, придает блеск, приятно пахнет. В общем-то, прекрасно, отличная полироль, ничуть не хуже оказалось, чем, не знаю, там, Пронто и другие, которые я раньше покупала. В общем-то, особо, знаете, прям каких-то отличий я не вижу. Вот такие у меня небольшие, можно сказать, даже приятные покупки. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока!